Машинку заказывал? Да, садитесь. Здрасте. Здрасте. Пристегивайтесь. Знаете, куда ехать, да? Ну, вы указали? Да, инженерная 9, строение 1. А долго вы растили такую бороду? Месяца два. Моете ее чем-то? Увлажняете? Чтоб шелковистая была. Увлажняю. Нет, шампунем мою просто. Тем же, что и голову? Да. А можно потрогать? Ну или можете мне один волосик оторвать? Ты что, издеваешься, что ли? Просто желание загадаю. Ну на, потрогай. Че, правда? На. А что она твердая выстыкает? Она мягкая. Твердая, по-моему. Ну потому что воском пользуюсь. А как вы ее такую отрастили? У меня вообще не растет. Может, дадите совет там какой-нибудь? Вообще не растет борода, тоже хочу. Какой бритвой бреешься? А? Какой бритвой бреешься? Жилет. Берешь, покупаешь крем для бритья из амброзии. Вот. Имбиря? Амброзии. А вы стрижете или бреете? Где-то подбриваю, где-то стригу. Ножницами? Нет. И чем? Машинкой. Какой машинкой? Самое-то, да. Понятно. Что, у нас вообще шелковистая, да, вроде такая? Можно. Ребят! Прикиньте, Хаттаба встретил! Смотрите! Хаттаб! Блядь, закрой окно! Чего? Закрой окно, блядь! Стоим в пробке. Ну, вас сейчас он называет Хаттабом? Нет. У вас борода просто прям такая, как у него. Она еще, ну... Ой, кстати, вот эти вот усики на Мюнхгаузена похожи. Хаттаба Мюнхгаузен, что ли? Да. Ну, точно. Че, весельчак такой. С бородой. Ну, куда едете, кстати? Ломала нас, но теперь толпа. Иногда голоса слышу в голове. Иногда говорят, что бреешься вот так. Вы иногда слышите голоса в голове? Нет. Я слышу. Нет. Это болезнь. Ну, дай бог вам здоровья. Страшно иногда. Вроде молодая, но голоса в голове. Чувствуете с коробкой что-то? У тебя с ногой, походу, дело что-то. Не, коробку чувствуете, дергает. Дергает. Ну, может... Нам тут прямо, да? Да, нам прямо. Может, тогда остановишься, посмотришь, что там с коробкой твоей. Не, вы можете. На ходу, что ли? Да. Я видел видео, человек едет и на ходу меняет колесо. Я вам капот открою, вы просто вот откуда как-нибудь пролезете через окно. Хотите, можете. Меня открывает. Попробуйте. Нет, спасибо. Хотите. Остановись, пожалуйста, я где-нибудь покурю. Да можете курить? В машине курить. А, спасибо. Только аккуратно. Я сама аккуратность. Не, все, не курите, не надо. Часто надо. А то я не курю в машине. Я вообще не курю. Ты хоть
же определись. Куришь ты или не куришь? Где вам остановить? Ну уж точно. Вы как раз машину проверите сейчас. Сейчас где-нибудь остановлю. Проверите. Сейчас проедем. А то здесь негде. Подождите чуть-чуть. Слушай, у меня к тебе такой один вопрос. Вот ты говоришь, голоса, да? Что-то у тебя там с ногой или с коробкой передач, я не знаю. Предлагаешь мне листы. Ничего не употребляешь? Да? Чего? Ничего не употребляешь? Употребляешь. Употребляешь? Употребляешь? Ну, я забыл. А! Сука! Я вас напугал. Я просто люблю пугать людей. А вы что, употребляете? Ты сейчас остановись уже где-нибудь, а? Да здесь нельзя пока. Покурить, что ли, хотите? Конечно. Сейчас. Там чуть дальше. Вы долго? Нет, я быстро. Давайте только недолго, а то уеду я. У меня времени нет. Ну чё, садитесь. Я говорю, дверь открой. Дверь открыта. Чё, ручку что ли сломали? Что? Ручку сломали. Нет, открой дверь. Так открыто всё. Ну? Так открыто. Чё за фигня? Подёрните посильнее, попробуйте. Чё, они за ручку сломали? А, здесь вот надо сюда. Ну-ка ещё раз. Я просто не на ту кнопку нажимал. А, ну молодец. Все, поехали. А долго нам еще ехать, кстати, так? 15 минут. Пока прямо, да? Прямо, а не, километр. Не, вот сюда надо. Направо. Не сейчас направо, а вот чуть-чуть подальше, вот сюда. В тоннель. Здесь? Да, в тоннель. Зачем вы курите? Изо рта же потом воняет. Какахами. Хочу, я курю. Какахами. Какахами. Какахами на скотобойне воняет. А вы, кстати, вообще смелый? Или, ну, там боитесь чего-нибудь? Каждый человек что-то боится. А вы чего боитесь? Меня боитесь? Нет. А! Сука! Не, опять я вас напугал. Ты давай поаккуратней. У меня только это не стукнет, типа, реакции. Кто еще? Ну, вообще машину водить умеете? Ну, так, есть немного. А свою водите? Есть вообще у вас машина? Не. А что так? Ну, так. Блин, неудобно. Не сложилось? Да, не сложилось пока. Чего вам неудобно-то? Сидеть. Неудобно в «Жигули» сидеть. Водили хоть раз машину? Ну да, было, да. Я просто пипец, если ты устал, можете руль подержать, когда я пока буду ехать? Чтобы оно ровно было. Ну давай. Чего вы так на все соглашаетесь? Какой-то странный. А что, нельзя что ли? Какой-то весельчак, добрячак. И что? Вы только осторожнее. Я могу, да, убрать? Точно? Да, конечно. Мы раньше с братом в компьютер играли. Я клавиатуру управлял, а он мышкой. Угу. Вы тоже так делали? Нет. А я делал. Давай. Ну все, я отдохнул, давайте. Что, понравилось? Нет. Ой. Что, есть хотите? Что, есть хотите? Есть что? Да. Покушать? Можете вон аспирина погрызть. У меня аспирин. Будете? Нет, спасибо. Да погрызете, нормально будет. Настроение поднимет. Ну, хотя бы и так нормально, да? Есть поменьше, кстати. Половинка.
Не, я смотрю, ты часто так делаешь, да? Держите половинку. Нет, спасибо. Хотите? Я потом предлагать не буду, будете просить, я скажу нет. Знаешь, это... Да. Водитель. Здесь можно развернуть? Да, верно. Или нам надо левее? Куда? Он что-то показывает. А, дальше. Странно показывает. Мы еще не приехали. Да, понял. Что-то, блин, устал очень. Сейчас. Чего вы? Я просто отдохнуть. Нам ехать-то здесь 5 минут. Блин, что-то очень устал, блин. Мне уже надоело постоянно таксовать, развозить всех, блин, рулить, вот это все. Ой, блин, жизнь какая-то тяжелая штука. Ладно, спасибо, я пошел. Да ладно, 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 сейчас я тут везу. Че, я просто как пожаловался. Я думал, вы поддержите. Поддержки ждал, а вы, как и все. Лишь бы отвезите меня, отвезите. Здесь направо? Нет, дальше. Тут показывают. Там мы будем дворами ехать, хер знает сколько. Тут нормально будет? Да. Сколько я должен? Нисколько. Это на самом деле все был розыгрыш. Блять, я вот так и знал. Вы, я, ну, заподозрили, да, что-то? Ну, как неадекватное там поведение. Нет? Знаешь, что хочется сделать с тобой после этого? Ну, вы этот... Веселей, веселей. Это ж просто был розыгрыш. Вы как, нормальный, ничего там не в обиде? Нет, не в обиде. Все ровно. Вы не против, если я это выложу? А вы вообще не заподозривали, ну, не заподозривали ничего? Или уже там как-то в середине понимали, что там что-то не так происходит? Да когда ты сказал про голоса, прям вот... Я так и знал, вот чуял. Понятно. Вы не против, если я это выложу? Просто мне для того, чтобы выложить, надо ваше согласие. Ну, там же, в принципе, все нормально, то есть ничего такого не было. В юмористических все целях. Ладно, ну давай. Не против? Нет, не против. Все, спасибо, зато бесплатно доехали, денег не надо. Все, до свидания. Спасибо. Да не за что. Ну вот, получилось вот такой вот видос. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайки, подпишитесь на наш канал и также подписывайтесь в паблик ВКонтакте. Ссылку я также укажу в описании. Туда публикуется то, что не попадает обычно на YouTube. Ну и в принципе все, ставим лайки, подписываемся, всем пока! Все. Вы можете заправлять. Там у вас справа бак. А почему я вас должен заправлять? Ну что, побыстрее, просто опаздываете. Можете, пожалуйста, заправить? У вас колонка слева, а бак справа как-то... Там бак, да. А колонка-то слева? А как так получилось? А как мне заправиться? У меня вон там, вон бак. Вон там.